блин, издеваешься надо мной? Я думал, ты дружба моя, бля. На самом деле ты просто издевался надо мной, издевался! Привет, бро, меня зовут Пози, и со мной сегодня Демастер. Всем приветики, ребята! И сегодня мы во что будем играть, Пози? Мы будем играть в Spot the Different в Майнкрафтике. Да, но это не обычная карта, братан. Здесь, в общем-то, есть разные способности у того, кто будет искать блоки, понимаешь? Для начала расскажи мне, что такое Spot the Different? В общем, один, ну, это карта, где два игрока, значит, один прячет блоки, другой должен найти отличие, должен запомнить и найти отличие в карте. Угу, угу, вот, понял. А, кстати, кто прячет, тот ищет, ставит, я забыл, споттер или дифференсер? Я думаю, что споттер. Наверное, споттер. Что он делает? Прячет? Споттер. Короче, давай я буду за красного, а ты будешь за синего. Да-да-да, давай я буду за синего, окей. Так, все, погоди, сейчас. Давай. Так, о, ты, кажется, у нас будешь сейчас прятать. У тебя есть карта, ты ее видишь, да? Да, я вижу карту. Нет, нет, это клик тут choose the map. Так, я вроде выбрал. Так, блок детектор. Нюкер. Кирка — это 5 попыток у тебя, да, есть. Uh-huh, потом нюкер — это взрывает один тип блоков, который ты убиваешь. А компас показывает, какой блок я спрятал. Говорит, какой конкретно я спрятал из всех. Так, я должен сейчас выбрать, да? Да, ты выбирай, я пока выбираю, что я хочу спрятать и где я хочу спрятать. А какой же блок ты, наверное... даже не знаю. Да, 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 сложный выбор. Ладно, окей, second chance. Так, второй я шанс. Выбрал. Я выбрал. Все, ищи, запоминай, все, так, запоминай. Сколько у меня есть времени? У тебя всего 30 секунд, время так, пошло. Ага, золотые блоки тут, алмазные блоки тут, лампы тут, так, ага, тут 3 лампы у нас. 20 блоки секунд. Музыкальные, ой-ой-ой, как сложно. Слушай, мне кажется, здесь нереально угадать, какой блок ты спрятал. Чувак, это просто невозможно. Я тебе буду давать подсказки, Ну, а пол, ты можешь пол менять? Не, пол не могу, доски окей, вообще ладно. Не могу, доски не могу вообще ставить. Так, все, теперь, значит, телепортед, 3, 2, 1. Я нажимаю на фейерверк, должен нажать, чтобы ты это активировал. Все, теперь ты ищешь. Ищи. Ха! Ну ты, конечно, смешной. Там, ладно, ладно. Так, позитив, он как ты думаешь, что я спрятал, как ты думаешь? А, я думаю, что ты спрятал что-то, связанное с печками и дропперами. Нет, сразу нет. Так, но хорошо, значит, этот вариант отпадает. Но я тебе рассказываю, что вот точно не печки и дропперы. Все, давай дальше пока сам думаю. Бегай, посмотри. Стоп. А здесь разве не было дополнительного блока? Не знаю, Пози, не знаю. Стоп, мне кажется, здесь лишний блок стоит, нет? Думаешь, а ну посмотри, с другой стороны, вон этого блока нет, может, ты про другую сторону думаешь? Стоп, здесь что-то не так, я чувствую какую-то подлянку, погоди-ка. Это связано с фонарями? Не знаю, братан. Я тебе пока одну подсказку дал, у тебя еще целых 5 попыток. Если тебе слишком много подсказок дам, ты слишком быстро все угадаешь. Хорошо, это вопрос был. Это вопрос? Да, первый вопрос не считался. А, первый вопрос не считался, я просто дал на него ответ. Думай. Ладно, я могу дать подсказку, доски вообще никакие ставить не могу. И Рустон, я тоже могу ставить. Доски ты не можешь никакие ставить. Редстоун факела ты тоже ставить никакие не можешь. Значит, это выключенная лампа. Думаешь? Да. Какая именно? Вот это. Нет. Не угадал. Но у тебя еще 4 попытки, Пози. Ну я был прав, да, это лампа? Хорошо. Я могу тебе задать еще одну подсказку, прям жесткую. Это не лампа. Никакая. Никакая не лампа. То есть я сейчас зря тратил время на эти лампы? Да. Ну может быть это какая-нибудь странная наковальня, типа вот это? Нет. Давай посмотрим, как ты еще на подсказку. Это вообще никакая не наковальня. Хорошо, это не дерево. Это не лампы, это не наковальня. И это никак не связано с печками и дропперами. Да. Окей, значит, это либо нотные блоки. Позже, еще одна подсказка. Это не нажимная плита. Я, конечно же, подумал про нажимную плиту, Дэм. Конечно, первое, о чем я подумал. Слушай, мне кажется, что это что-то связанное с музыкальными блоками. Или ты мог специально для своей серии, поскольку я нубасик, решил потроллить меня и прямо возле меня убрал блоки, потому что я заспавнился на алмазных и золотых блоках. А, ты где заспавнился? Я не знал, где ты заспавнился. Окей, мне кажется, это как-то связано с люками? Ну-ка. А люки не ломаются? Значит, их вообще нельзя было ставить, намекаю, да. Окей, это алмазный блок. Нет, это... Пози, подсказка, хочешь? Осталось. Ладно, Пози, давай прям жесткую подсказку. Это не драгоценные материалы. Ладно, это музыкальный блок. Это не он! Ты что, ты делаешь? У тебя последняя попытка осталась. Хорошо, Пози, давай я тебе скажу так. Это музыкальный блок. Это музыкальный блок? А, это CD. Не-не-не, не CD. CD нет.
Вот это просто музыкальный блок. Посмотри, это... посмотри, какого не было, какого из них не было, подумай хорошенько. Давай ты мне скажешь три музыкальных блока, а я скажу, есть среди них или хорошо, нет. Хорошо, этот блок раз. Так, еще показывай, какой. Затем этот блок два. Ага, и какой еще? И этот блок три. Среди них нет моего блока. Ладно, окей, вот этот. Погоди, какой? А, не, я проиграл. Я уже обрадовался. Хочешь теперь тобой поиздеваться, да, пусть? Да, теперь я точно поиздеваюсь над тобой, потому что это было хардкорно. А ты красного выбери, красного выбери, красного, вон там. Так, где красный? Стой, 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 дифференсер, дифференсер. Ага, вижу, вижу, вижу. Так, хорошо, так давай теперь я старт гейм нажимаю, да, и мы, и ты прячешь. Так, я выбираю карту, выберу другую. А ты какую выбирал карту? Какие там доски были? Вроде деревянные. Я думаю, тут все деревянные доски, братан. Да ладно. Я не помню, я на рандом выбирал. Это двухэтажная карта. Мне нужно поставить блок или убрать? Смотри, ты, короче, берешь блок, который тебе нравится, да, нажимаешь, становишься на блок, на который ты хочешь его поставить, нажимаешь Q. Выкидываешь его из инвентаря, и он ставится, понял? Ага, ага. Так, сейчас, дай мне время. У меня ограниченное время? Не-не, у тебя не ограниченное время. Все, я тебя только жду. Теперь я тебя жду. Ты можешь изучить карту, подумать, где же лучше поставить, там, не знаю, и так далее. А карта двухэтажная или нет, скажи мне? Двухэтажная. Да блин, это самая отстойная карта двухэтажная. Нет, я проиграю, там невозможно. Там ты пока по лестнице поднимаешься вверх-вниз, там уже заканчивается. Так, смотри, мне нажать на Q, да? Да, все. И теперь тебе нужно выкинуть... А, погоди, сейчас я изучаю карту. Отстойная карта, я ее ненавижу. Я ненавижу эту карту. Где... Что ты спрятал-то? Где ты спрятал пози? Я не... даже не могу себе представить. Так, ладно, нужно второй этаж еще подняться, у меня мало времени. Давай, поднимайся. Изучай абсолютно все. Быстрее, так, быстрее, быстрее, быстрее. Так, так, так. Дэм, так, времени так, остается мало. 10 секунд всего, ты понимаешь? 10 секунд. Всего. 5, я застрял на лестнице, нет! Так, ну что ж. Дурацкая духота. А теперь ты должен, Константин, короче, Константин. А теперь ты должен выкинуть этот фейерверк. Фейерверк выкидывай. Ага. Все, отлично. Игра начинается, теперь я издеваюсь над тобой. Так, мне кажется, итак, мы ставим... даю подсказку. Давай, давай подсказку. Это что-то связанное с деревом. Ага, это верстак, да? Ну, тут еще и забор есть, и лестница. А забора нельзя ставить, это карта. А, ну, значит, это что-то связанное с деревом. Мне кажется... Мне кажется, или здесь было... Здесь у кого-то одного из этих двух блоков не было. Мне кажется, здесь раньше можно было вот тут запрыгивать. Я что-то так... Потому что вот здесь вот есть специальный блок. Это я точно помню. Здесь есть специально. Это так и было. Ну это факап, здесь, братан, это факап. Да. Ладно, я скажу тебе смело, ты угадал. Че, реально? Да, ты гонишь? Да, ты, да, ты, да. Ты меня разводишь на попытку, смотри, проверяй. Ты меня развел, да, Пузи, на одной из попыток? Да ладно, я пошутил. Да, развел. Ах, ты развел меня, да, я же сказал то, что ты меня разводишь. Ну я вот, я тебе, на самом деле, честно подсказки давал, а ты меня обманываешь. Ну, я тебе говорю, это что-то связанное с деревом. Смотри, тут у нас есть всё. Я понял, я нашел, кажется. Что? А нет, погоди, с другой стороны было два. Музыкальный блок? Погоди, я что-то не понял. С этой стороны, мне кажется, тоже было два, нет? Или я с той стороны поднимался? Кость, ты, я тебе просто сейчас буду давать небольшие наводочки, а ты постарайся следовать моим наводочкам. Это что-то связанное с деревом, но, заметь, вся карта из дерева. Так что эта подсказка, ну, да, отпадает. Это был фейковый вброс, сорян. И вторая подсказка, то, что здесь все правильно. Здесь точно все правильно, тоже все правильно. Окей, дам тебе подсказку, да, смотри. Ты был близок к разоблачению, но не совсем. Как бы тебе вот чуть-чуть не хватило. Тебе нужно было вот всего лишь... Тебе нужно было вот всего лишь додумать что-то. А, скажу так, это находится рядом... С тобой. Ну так он все рядом со мной такое. Ты издеваешься надо мной, я тебе конкретно. Окей. В радиусе 15 блоков это находится с тобой рядом. Радиус 15 блоков, это вся карта, братан. Ты издеваешься надо мной. Ты что, издеваешься? Так, радиус 15 блоков. Ты слышал это? Ты издеваешься надо реально. Ну это точно не во втором этаже. Мне кажется, на втором этаже все прямо идеально. Может, конечно, я ошибаюсь, но мне кажется, на первом этаже все-таки что-то. Ну, ты перепроверь на всякий случай, мало ли вдруг. Перепроверь, да, мне специально. Погоди, может быть, ты как-нибудь так спрятал? Не-не, тут нельзя сюда ходить. Я думал, вдруг ты как-нибудь спрятал, ну, типа, по-странному. Хотя, фиг его знает, я ты... Ладно. Скажи, какую подсказку ты хочешь услышать? Я тебе на каком подскажу. На каком этаже? Скажи мне, на каком этаже? На втором этаже. Блин, на втором? Да не может быть на втором, там все идеально! Нет, на втором этаже, Кость. На втором этаже, прям 100%, ты меня обманываешь. 100%, 100%, без всяких рофлов. Включаюсь, да? То есть на первый этаж тебе спускаться больше не нужно. Пузи, ты издеваешься надо мной? Мне кажется, я поставил этот блок на самое приметное место.
За время. Ну, здесь точно было все так. Абсолютно. Было 4 абсолютно. Блока, да. Абсолютно. Может, просто второй был? Не-не-не, слишком глупо. Это было бы слишком глупо. Может, сюда. Нет, это точно здесь был. И это здесь было. Это точно так было все. Это точно так было. Ну, давай так, смотри, ты сейчас уже пробежался, в принципе, по всем блокам. Я тебе скажу так: ты ходил по этому блоку. Я ходил по этому блоку, я знаю, что. Блин, сложно, какой из этих блоков? Несколько раз. Ты прям вот поднимался, поднимался, подсказка. Ну, то есть он второй, на втором. Ну, я догадался, что он на втором где-то этаже. Да. Ну, это сложно, братан, ладно, давай. Нет, не на втором этаже. Он поставлен на другой блок. Тут вариантов не так много. Да. То, что он поставлен на другой блок, это я знаю. Но вот здесь точно все верно. Здесь не может быть ошибки. Здесь я не знаю, на самом деле. Ну, ладно, окей. Вот эти вот блоки полностью отпадают. Эти я пока трогать не буду. Потом под конец хочу сюда вернусь. Здесь 4 штуки 100% так и стоят. А этот блок... А-а-а, ты угадал, шучу, нет. Шутки позитивно, погоди. Может, этот блок? А может быть. Ну смотри, у тебя уже 2 попытки осталось. У меня 3 попытки. Три попытки, да. Ну сломай, вдруг угадаешь. Нет, да, не угадал. У меня 2 попытки остается. Да, мне кажется, ты меня обманываешь где-то позитивно. Ладно, на первом этаже, братан. На первом этаже что-то было? Да. Не, ну, братан, ну это вообще так-то обидно. Да ладно, я шучу, на втором. На втором? Да ты что делаешь-то? На втором или на первом? Да дай ты мне потроллить себя немного. А то может быть на первом, а может быть и на втором. Ладно, пойду на первый этаж, я уже не доверяю. Вот так вот, знаете, вот я ему подсказывал честно, да, знаете, по-братски. Хорошо, я тебе говорю честно, это на втором этаже, и этот блок поставлен на другой блок. Ну это понятно, на другой блок это я таки понял, но, блин, это сложно. Но не может быть, чтобы оно здесь было, я уверен, что эти 3 штучки, они были одинаковыми прямо. Mm-hmm. Вот так вот. Хотя, mm-hmm. может быть, я здесь запрыгивал mm-hmm. сбоку? Ну я помню, что ты запрыгивал вроде сбоку, то есть вот с правой стороны заходил. Так что предлагаю тебе проверить. Сколько, блин, у тебя попыток сложно, осталось? У меня 2 попытки осталось, здесь точно была эта штука. Здесь точно была. Ну, ладно, пофиг. Я хочу сломать эту штуку. Она была стопудово? Не надо. Не надо, нет. Да, боже, я с самого начала стал, что одна из этих штук. Да я так и понял. Знаешь, когда я понял? Знаешь, когда я понял, что ты знал с самого начала, что этот блок? Что? Когда ты к нему подошел и 2 раза как будто играл на моих нервах, вот так начинал его бить, а потом отпускал клавишу. И я такой думаю, ну давай. А потом я понял, что ты троллишь. Я не был уверен на 100%. Да не, на самом деле я не был уверен, что это он. Я чувствовал, что где-то там есть. Я на самом деле только под самый конец. Я очень сильно обрадовался сейчас, когда победил нас. Это было жестко. Это мне хорошие подсказки. Ты мне когда сказал, что на первом этаже, я чуть не офигел. Думал, 3 попытки просто. Ты тролль, блин, издеваешься надо мной. Я думал, ты дружишь мой, блин. На самом деле, ты просто издевался надо мной, издевался. А, довел меня до бомбежки. У меня, мне кажется, нужно новый стул заказывать, потому что тут пожар. Ну, пригорело немного, согласись, да? Пригорело. Ага, я буду дифференсером, я буду прятан. Туда запускаю, ты готов? Woodland Map 3. Окей, выбираю. Третью карту. Лучшая карта! Что такое? Лучшая карта! Где подвох? Так, ладно, я на самое видное место спрячу, сейчас будет. Твоя любимая карта, да, братан? Да. Не забывай, еще есть второй этаж, по лестнице очень долго подниматься. Ой, 20 секунд остается. 20 секунд, Пози, как же так? Так, все нормально, не переживай. Я запомнил, что и где находится наверху, пока наблюдал за тобой. А, да, ну ты все равно, на всякий случай, свежи память, тут много блоков, много, братан. Не-не-не, все окей, изи. Я на самом деле поставил на самом видном месте, блок поставил, потому что это будет смешно. Окей, ладно, хорошо. Давай подсказочку небольшую. Ну давай ты первую кирку потратишь, ты же взял кирки. Ух, нифига, здесь был нотный блок? Да, он всегда здесь был, это подсказочка, я подсказку тебе даю, это не мой блок, он здесь всегда был. Хорошо, это нотный блок? Ты сразу же хочешь узнать, какой это блок. Не-не-не, братан, у тебя пока 5 попыток, вот потратишь какую-нибудь одну попытку, и я тебе дам какую-нибудь подсказку существенную такую. А какие были блоки для того, чтобы их можно было спрятать? Были верстаки, были нотные блоки, были... А что там еще было? Ну, верстаки, нотные блоки точно были, братан, больше не помню. Вроде бы только они, только верстаки, нотные блоки. Погоди-ка, я пытаюсь вспомнить. Кажется, вот здесь ты анализировал в прошлой катке, как ты поднимался. Поднимался ты вот здесь вот. Значит, здесь все в блоке в порядке 100%. Тут я помню, что так и стояли блоки. Ты здесь вроде забирался. Тут вот под сомнением, я пока что не понимаю. Что-то здесь не так, мне кажется. Возможно, я не прав.
Да, так, да, вот да. Этот кругляшок как был, так и остался, собственно. Вообще легко то, что ты играешь на этой карте, когда мы только что на ней играли. Это читы, братан. У меня под сомнением лишь две стороны. Вот эта сторона и вон та сторона. Хотя, возможно, это вообще не верстачки. Может быть, брат. Мне кажется, это не верстачки. Мне кажется, что это нотные блоки больше. Да, да, да. Ты сказал, поставил на самом видном месте. Я как раз таки заспавнился на первом этаже. И поэтому, возможно, ты делал акцент на этом. Ну, нет, это не обязательно, типа, то, что на первом этаже, типа, это просто, типа, вообще его легко определить. Смотри, просто в прошлой катке ты сравнивал, здесь было два блока, тут было три блока, так что посередине все в порядке. Вот это вот, я не знаю, что это такое, я почему-то не обращал внимания вот на эти три блока, и ты сейчас тактично замолчал. Я просто твои рассуждения слушаю, но вообще, да, ты, может быть, прав, может быть... Хотя нет, мне кажется, что как раз-таки все это зеркально так и должно было выглядеть. То есть здесь три блока, тут три блока и тут три блока, а тут два. Может быть, может быть. Ладно, позитивно, давай ты сейчас где-нибудь разрядишь свою первую кирку, я дам тебе подсказку, на каком этаже сразу же, а? Хорошо, хорошо, так, ну пусть будет вот это. Ну в чем ты сомневаешься? Не-не-не, погоди, нет. Чем я сомневаюсь? Я не думаю, что ты во вторую катку подряд будешь ставить блок где-нибудь на втором этаже. Почему? На втором этаже... Ну потому что я ставил блок здесь, в прошлой катке. Можешь показать, где ты ставил второй блок? Вот здесь. Вот здесь, да, это было смешно. А, ты чего-то угораешь, значит, ты где-то здесь. Не знаю. Ладно, окей, давай сломай этот блок. Так, ой, не то. Я был неправ. Окей. Хорошо, Пози, на первом этаже находится блок все-таки. Ну я же говорил, точно не верстачки. Да, ну потому что второй этаж ты очень хорошо запомнил. Хорошо, самое видное место. Самое видное место, Пози, задумайся, посмотри, где-то вот должно быть несоответствие, знаешь, вот несоответствие в этой карте, что-то здесь не так, что должно быть подозрительно, что должно тебе, не знаю, там, ты должен подозревать блок, ты должен почувствовать, что с ним что-то не так. Почувствовать блок, да? Да, почувствовать блок, быть блоком, думай как блок, куда он мог спрятаться. Это так, сложно, окей, кажется, ты да? сейчас смеялся, значит, я где-то был возле него, короче, наверное, может это он. Быть. Нет, пожалуйста, нет! Это был не он, окей, окей. Так, хорошо, Пози, хорошо. Но знаешь, что я тебе могу сказать? За то время, пока ты бегал по этим блокам, ты точно по нему пробежал. Я бегал по этому блоку. Какое-то несоответствие. Какое-то несоответствие. Может быть, этот Пози, блок? Пози, ты что делаешь? Ты хочешь кирку потратить? Окей, у тебя остались две пытки, я дам тебе жестче подсказку. Это нижний блок. Это нижний блок. Ну, значит, я по нему поднимаюсь. И, скорее всего, этот блок... Один из... Когда у тебя останется последняя попытка, Пози, это ошибка, это большая ошибка. Ты что? Ладно, давайте дам жесткую подсказку. У тебя последняя кирка. Знаешь, почему это была ошибка? Потому что ты над ним же сломал блок. То есть я не мог туда блок поставить. Вот здесь вот три, и вот здесь вот три. Видишь, какой-то один из этих девяти блоков лишний. Окей, этот. Ты так близко ломаешь. Так близко, боже, ты был так близко. Ты прям вот левее чуть взял, левее. Серьезно? Ну что, давай, если подписчикам понравится, то мы это можем... Продолжить? Да, записать еще один раз по этому поводу. Ребятки, короче, 10 тысяч лайков, и мы продолжаем. Да, 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 да. Мне кажется, будет круто. Ну что ж, с вами были Демастер и Пози. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем удачи, пока. Пока. Playtime.